Динамо, и давайте перейдем к нашей теме. Как вы знаете, свою оперу Джузеппе Верди, как и либретто Марио Бьяво, написали по мотивам драмы Виктора Гюго «Король забавляется». Я хотел бы вам напомнить, что сказал сам Виктор Гюго после премьеры либретто. Как вы знаете, он был возмущен успехом. Он сказал, да если бы я только мог заставить четырех персонажей пьесы